Я решил сыграть на джойстике в Майнкрафт. Посмотрим, получится ли у меня в конце научиться. Моей целью будет найти изумруд. И поначалу я путался в кнопках. Особенно сломать и поставить блок. Методом тыка пытался понять, что какая кнопка делает. И вроде получилось. Но самое неудобное, это перекладывать вещи в инвентаре. Как же это долго. И спустя минут 10 я стал чувствовать себя куда увереннее. Вы этого не видели. Легче всего достать изумруд в деревне, поэтому, побегав еще немного, я наконец нашел ее. Собрал немного пшеницы и обменял ее на изумруд, но все-таки нужно проверить, сколько мне удастся выстоять против голема. Легкая, легчайшая. Для кого? Для...